Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, это Oxygen Not Included. И сегодня мы посмотрим на карту челлендж, которую, в общем-то, на одном из своих стримов показали разработчики. Они, в общем-то, на ней играли. И в эту карту, что она из себя представляет. Но тут достаточно интересная тема на самом деле. Давайте перенесемся непосредственно и посмотрим. То есть у нас есть некоторые блоки, скажем так, квадраты с какими-то биомами. Тут просто вода в этом биоме, гейзер паровой. Здесь я не знаю, сейчас посмотрим, хлор, по всей видимости, водоросли, земля. Здесь у нас еще надо тоже открыть, посмотреть, что. Здесь медная руда идет прослойками, песчаник, гранит и медная руда. А с этой стороны у нас получается медная руда. Ага, все вроде бы. У нас есть несколько дубликантов, 1, 2 и, по идее, еще 3. Если посмотрим на схему проводки, то здесь достаточно все просто. У нас в каждом отделе есть точка доступа к этой трубе транзитной. Правильно называется? Транзитная система, да? Ну, неважно, суть. Батарейка. Колесо, с помощью которого заряжается это, в общем-то, батарейка. И энергия идет на то, чтобы наших дубликантов перемещать. Кстати, здесь у нас природный газ. Что у нас по кислороду? Ну, кислород единственное здесь пока что есть в небольшом объеме. Но этот объем кислорода достаточно быстро закончится, потому что здесь всего лишь один вот оксилит. Надо что-то с этим делать. Соответственно, надо что-то как-то добывать, наверное, начинать потихоньку. Сейчас, наверное, большие скорости выставлять не будем. Немножечко вот так вот зароем. Зарыть-то зароем, надо еще куда-то складывать. Что за веселый пролак? Здесь тоже, смотрите, кусочек оксилита. И нам надо водоросли, а водоросли у нас вот здесь. То есть давайте одного дубликантика сюда отправим. А, жди, по микробам, если посмотреть, то что получится. Карта экзокостюмов, где у нас микробы? Да, тут у нас с микробами не все хорошо. Куда дубликант продолбался? Один сюда продолбался, один туда продолбался. Нормально живем. Давайте, нам надо будет здесь вот, вот этого дела добыть. Это раз. И здесь... О, прилетел, смотри, полетел. Уху! И сюда. Отлично. Пошло дело. Плюс нам надо туалеты им сделать. Так, ну ресурсов мы еще нормальным образом не добыли, чтобы из чего-то было что сделать. Ну, интересная тема получается, конечно. Так, во, сюда притопало. Давай, займись делом. Займись, нам надо немножечко ресурсов, хоть каких-то. Давай немножечко все-таки скорость увеличим. Пускай они поскорее это дело добывают. Иначе у нас проблема будет с туалетом. Ну, туалет мы прямо сейчас здесь, наверное, и бахнем. Особо не будем мудрствовать по этому поводу. Здесь вот так вот блоки сделаем. Чтобы у нас пока что какой-то неприятности не произошло. Сюда отхожее место. Сюда нам надо быстренько воды добыть, кого-нибудь отправить. Тут же бутилятор поставить, в принципе, вот так вот. Вообще не проблема. Такс. Что, они куда не рассосались? Да, они еще мгновенно не могут перемещаться. Нафиг ты сюда бегаешь? Им же надо постоянно, чтобы энергия была, чтобы работала вся эта тема с транзитными трубами. Давай, строй. И тут надо будет кислород производить. Чтобы нам это нормально все сделать, нам надо поставить, наверное, что-нибудь. Блин, сюда прилетели. Так, вода есть, хорошо. Дальше что у нас там? Лечение. Умывальник сюда. И на вот этом, пожалуйста, сосредоточьтесь. Чтобы вот это все максимально быстро сделали. Так они забавно летают по этим трубам. Просто жесть. Ну и получается, у нас есть возможность природный газ использовать. Мы вот здесь сможем энергию добыть. Вот здесь надо проверить. Тут у нас пока что непонятно, что это. Тут кислород я вижу, а больше ничего не вижу. Чуть позже проверим. Сюда еще надо подключиться, да, у нас тут
трубы. Интересно, как нам туда подключиться? Это тоже интересный момент, но мы о нем потом подумаем. Главное хотя бы первые какие-то нужды им наладить, чтобы они могли сходить в туалет, могли руки помыть, чтобы у нас микробы тут не начали плодиться. И здесь мы начнем всякую медную руду и все прочее добывать, да? Это обязательно нужно. Можно смело вот сюда вот так вот закапываться, прям вот по максимуму. Ресурсов тут получается у нас ограниченное количество. Так, направление вот так, все, и у них хотя бы есть возможность ходить в туалет. Это уже безумно радует. И нам надо озаботиться производством кислорода, но для этого надо еще ресурсов добыть. Думаю, мы вот как-то так поступим. Здесь мы можем разместить склады. А здесь мы... Я сначала подумал, может быть, эти сделать. Где у нас кислород? Раскислители. Но, скорее всего, на первых порах нам... Да не на первых, тут помещения-то маленькие. Террариумов водоросли должно хватить. И здесь понавтыкаем. У нас же как бы есть водоросли, правильно? Потому что раскислитель их все равно уничтожать будет. И нам все равно как-то надо... Ну, водоросли раскислитель очень быстро переводит. А нам еще надо куда-то углекислый газ девать. Все-таки помещения небольшие, спустить мы куда-то его не можем. Поэтому, наверное, имеет смысл именно что добывать. Плюс ему тут надо кровати сделать. И еще о еде подумать в дальнейшем. Но сейчас немножечко, наверное, по ходу событий все будем это делать. Так, по органике. Что-то туда стаскивать собрался. Загрязненную землю сюда вот не надо. Такс. У нас, по крайней мере, теперь есть куда стаскать. Это радует. Здесь, пожалуйста, лестницу тоже. Раз. Приоритетно это дело давайте. Шикардос. И вот здесь приоритетом 6. Вот это тоже надо вырыть. Такс. И здесь мы уже потихонечку можем террариумы выставить. Этого более чем достаточно будет. А, вот я рассмотрел, тут получается нефть, алмазы, нефть прослойчиками идет. То есть нефть мы можем взять, у нас природный газ тут же в этом же месте, отлично. А здесь у нас земля и песок. Земля, по идее, тоже нужна. Нужен ли новый дубликант? Я думаю, определенно нет. Можно пока вообще выключить. Нам этих бы дубликантов деть куда-нибудь. А что у нас здесь вообще? Просто кислород я вот вижу. Что это за место? Туда еще надо доступ получить. Да, забыл совсем упомянуть. Тут еще базовые ресурсы даются в каких-то объемах, как видите, там пластик 1000 килограмм. То есть мы это все можем тоже же себе на пользу использовать. Поэтому мы берем вот сюда, бахаем кровать. Сюда бахаем холсты. И у нас уже вот одна жилая комнатка готова. Я думаю, мы их в углах так вот разместим. По крайней мере, у нас вот это получается здесь комната. Еще нам комнату вот здесь, наверное, надо. Что у нас пока что 3 дубликанта. Еще один дубликант где-то будет жить немножечко в другом месте. В любом случае, мы можем позволить себе удобную кровать. Ну да. Сюда у нас еще одна удобная, к сожалению, не влезет. Удобную кровать и холсты. Песчаник с гранита. Чтобы больше декора. Ну, вот это зря. А вот так вот нормально. Так, с гранита. Сюдымс. Еще вот это вырыть. И уже какие-то жилые помещения им, да, сделать. Давайте начнем хотя бы вот с этого угла. Туалетом они как бы занимаются. Кислород у нас идет. Плюс надо вот это все лишнее убрать. По работе я вроде бы никаких назначений особых не давал. Атаку нам пока что вообще даже смысла тут нету держать. По массажам это все понятно. Готовкой кто у нас умеет промышлять? Вот ты. Декорирование не особо кто-либо может что-то сдекорировать. Наука. Ну, наука нам тут вообще не интересна. Остальное все, по сути, не особо-то и важно. Здесь сделаем вот какую тему. Нам надо как-то вот в эти водоросли зарыться, но у нас пока что нету возможности от бактерий как-то сильно отделаться. Поэтому мы просто вот так поставим, а сюда еще поставим, наверное,
склад, и туда будем эти водоросли скидывать банальнейшим образом. И сюда приоритет. То есть они их скинули, помыли руки и пошли дальше. И тут попытаемся вот это дело соединить. Так, а мне тогда, наверное, пластик-то лучше не тратить. Потому что для труб еще пригодится. Чтобы вот это дело соединить между собой. Зря, наверное, тогда пластиковую кровать бахаю, конечно, от души. Так, нафиг уберем пока. Одну уже построил, ладно. А так-то я не подумал, что нам пластик-то пригодится. Так, пошли рисоваться художество. Плюс нам надо источник продовольствия какой-то сделать. Откуда у нас еда будет готовиться, да? Где, вернее. Поэтому вот здесь мы бахаем эту фигню. Или жди. Ну да, тут особо красиво не получится, поэтому, наверное, не в притирку. А так, чтобы можно было это все дело, опять же, задекорировать. Хотя, как тут задекорируешь? Да, еще проблема, ну ладно. Бахаем в любом случае вот так. Это, по идее, вырыть. И энергию подвести сходу. Так, у нас тут, благо, есть еще чем. Сюдымс. Но других пока вариантов не вижу. Это надо сделать срочно, потому что с едой что-то проблемы. Так, посмотрим, что они тут намулюют. Может, действительно что-то хорошее. Но я что-то очень в этом сомневаюсь. На самом деле у нас ни одного нормального художника нет. Поэтому, скорее всего, тут будет всякое дерьмо понарисовано. Ну-ка. Да, такое себе. И второй шедевр тоже такой себе. Ну ладно. Как будто там пятилетний ребенок рисовал. Хотя пятилетние ребенки бывают получше рисуют. Ну ладно. Нам главное вот миксер микробов сделать, а то у нас еда потихонечку отчаливает. Здесь мы выставим органику. Слизь. Где слизь-то, алё? Мы еще ее не собрали, да? Ну ладно, сейчас начнем. И пойдет жара. К трубам нам надо доступ как-то получить. Я так понимаю, возможно, лестницу сначала прокинуть. Давай вот так вот, оп. А там уж сориентируемся. И думаю, тут как минимум не повредит еще одна маленькая батарея. Это как минимум. Потому что у нас не хватает энергии для миксера микробов. А нам надо бы производить еду, иначе они у нас откинутся успешно. Так, слизь. Слизь именно сюда. И только ее, да. Будьте любезны. Сразу туда закидывать. В смысле ты руки не помыла? Алло. Кто руки мыть будет за вас? Алло. Дубликанты, не тупить, пожалуйста. Это ваше естественное, как бы, состояние. Ну, остального у нас ничего нет. Поэтому кто бы мог подумать. Но мы вот это дерьмецо приготовим. Кто-нибудь, я надеюсь, сейчас пригнется в это дело. Что, вот это все убрать надо? Давай, я хочу как-то вот с этой соединить все это дело. И посмотреть, что у нас по итогу получится. И вот это уберите, что оно тут воняет. Плюс у нас кислород скоро закончится, надо что-то с этим тоже делать, потому что оксилит он не бесконечный. Окей, у нас Франки эту кроватку отжал. Мажор местный, смотри-ка ты. Ну, рисунки такие себе, ну ладно. У него, я так понимаю, и с декором все в порядке. Хотя у нас в целом тут неплохо, потому что тут у нас стоит принтер наш вот этот вот, нанотехнологичный. И здесь потихонечку сейчас трубу с этим делом соединим и посмотрим, что у нас здесь. И попытаемся другие тоже места посоединять. Наконец-то достроили мои дубликантики вот этот вот отрезочек. Теперь осталось кого-нибудь сюда отправить, чтобы чисто чекнуть, да? Что там вообще происходит? Вот мимо. Сюда-ка слетай. Давай заодно посмотрим. Жу-ху, чпык. Ага, это просто пустая зона, где что-то можно построить. Окей. Окей. Сразу крутить, 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 крутить. Здесь, я так понимаю, тоже просто помещение. Здесь, скорее всего, оно тоже просто помещение. Единственное еще плюс-минус полезное помещение, это вот это вот с природным газом и нефтью, которые можно использовать. А как только оттуда сюда проводить, вот это интересный вопрос. То есть природный газ-то я зацеплю, а как его использовать? Ну, типа,
Как? Вот это у нас нейроним, он неразрушимый. Поэтому ту энергию, которую я здесь выработаю, даже если я ее тут выработаю, то куда ее девать-то, алё? Я ж провода туда не прокину. То есть это мне только здесь что-то строить надо и что-то здесь прям использовать. Интересно. А что у нас еще есть по ресурсам? Песчаник, гранит. По жидкости вода, это понятно. Почва. Ну, такой занятный получается челлендж некий, чтобы во всем этом выжить. Здесь мы тоже можем все это повырыть. У нас ресурсов, по сути, это ограниченное количество получается во всей этой системе. Но реализовано это довольно-таки прикольно. И получается, пластик у нас стартовый есть, плюс мы можем попытаться получить еще пластик. Но это надо вот в этом биоме как-то заморочиться. Причем проводку как нам отсюда прокинуть-то? Она хоть как-то прокинута? Вроде как никак она тут не прокинута, а вот в чем проблема. Давай попробуем еще сюда прорыться. Как-то вот так. И пластиковые трубы. Вот сюда пробросить. Здесь вот, конечно, лишнее я понавыделял. А вот здесь сойдет. Ну, тут можно, конечно, убрать. А, смотрите, что получается, пластик отъехал. То есть в первую очередь нам надо все-таки вот это дело зацеплять, потому что у нас пластика не бесконечное количество. Если мы хотим еще производить пластик, то нам обязательно надо как-то нефть использовать и что-то пытаться мутить. Но тут будут всякие перегревы и так далее, потому что температура по любасу достаточно высокая, она будет еще выше. Ну такое, короче, довольно занятный челлендж. Попытаться что-то тут замутить можно. Я попробую ссылочку на это все дело, на сохранение, оставить под видео, поэтому пробуйте, тестите, сможете ли вы выжить вот в таких вот условиях, да? Ну, прикольно, прикольно придумали на самом деле, достаточно занятно. Возможно, в дальнейшем какие-то такие челленджи, они будут тоже в игре присутствовать, как вариант, да? Помимо там сюжетного режима, помимо там различных вариаций, возможно, креативного, что-то такое может быть и будет иметь место. Посмотрим. Ну а на этом тогда всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и всем всего хорошего, пока-пока!